любимые сериалы, фильмы и шоу без рекламы. Отличная идея. В любое время и на любом устройстве. Активируй промокод и смотри 14 дней бесплатно в онлайн-сервисе Море ТВ. Сейчас вылетит птичка. Как я? Ну что же, мы больше никогда не увидимся. Было очень приятно познакомиться. Паша, на исходные. Надеюсь, мы в этом времени ничего не испортили. Прощайте, люди будущего! Валите вы уже быстрее! Ты что, еще не ложился? Что-то заработался я, да? Ух ты, 8:00 уже. Не надоело? Бросил бы ты это все. А если я тебе скажу, брось свою фотографию, ты бросишь? Верить надо в мечту, Паша. Верить. Угу. Дело твое. Так. Привет, Паш. Привет, Нин. А почему через черный ход-то? Вот. Так надо, я так просил. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, Матвей Платонович. Варенька, да-да-да-да-да, все принесла, спасибо. Спасибо, спасибо, Ниночка. Вы свободны. Паша, за мной. Ну, дед! Пока нет. Я тут 2 билета достала на спектакль в Ленком. Сможешь там пофотографировать? Угу. Спасибо. Мы с дедом взять не сходим. Итак, опыт номер... Какой у нас? Ой, уже 96-й. Опыт номер 96-й. Замена фотонного преобразователя. Дед, это последний день. Всесоюзный конкурс. Москва рабочая. Сам дотянул. Давай, Москва рабочая.
Крути на 72-й. Я даже фотки не успел все смотреть. Ничего. Если все сработает как надо, отправишь свои фотографии вчера. До верхней рисочки. До верхней. Ой, черт. Все в порядке? Да. Есть верхняя риска. Поехали. Тебе. Ты же мне сам говорил, отрицательный результат — это тоже там, чего-то там. Никто же не умер. Что ты мне про мечту говорил? Нет. Все. Это был последний, 96-й раз. Разбирать ее будем к чертовой матери. Дед, не надо так. Ну, в самом деле, ты выдохни, проанализируй, а я пока на почту сбегаю. Если успеешь, короткий день. Точно. А куда вы заехали? Ну, я же просила к главному входу. Нет, стойте там, я сейчас сама выйду. Блин, что со связью? Невероятно. Немыслимо. Здравствуйте, Миш. Салам алейкум. Я за вами что, бегать должна? Что? Поехали, что ли? Поехали. Куда? Я ж указала, метро Кропоткинское. Кому ты указала, дочка? А чего вы мне тыкаете? И что за ретро-тариф? Я комфорт заказывала. На каком-то старье приехали. Старье? Да это лайб полгода, как с конвейера. Немыслимо. А какой сейчас год? Сегодня 12 мая 2020 года. Спасибо вам большое. А
Сережа, ты мой телефон не видел? Все утро не могу найти. Хотела тебе позвонить, а... Сережа! Сережа! Чего? А это как? А это кто? Юр! А где все вообще? Он живой? Здравствуйте. Где почта? Не знаю, я тут первый день. Попробуйте наши новинки. А сколько стоит? Все бесплатно. Дегустация только сегодня. Ладно. Это значит 18 лет. Молодой человек, оплатить не забудьте. Так девушка на входе сказала, все бесплатно. Бесплатно. Ну что, себе позволяете? Отпустите, я буду жаловаться. Я подъехала. Ты где? Блин, что со связью целый день? Спасибо. Какое спасибо? Оплатить кто будет? А с карты что, не списалась? С какой карты? Алло, гараж. Вот хамить не надо. Я вам двойку ставлю. Слышь, училка, с тебя рубль. Вы издеваетесь? Косарь за 5 минут? Это что за тариф такой? У меня все по счетчику. Другого налика нет, сдачи не надо. Счастливого пути. Свет, хватит залипать. Ну, принеси на шатырь. Ну. Иду, иду. Дядь, ты чё? Ну, ты чё, а? Серёж, тут ничего нет. В спальне, возле сейфа, аптечка. Тут как бы и спальни нет. Я не понял, это что вообще? А где сейф? Я звоню в полицию. Успокойся, не надо в полицию. Сейчас самое главное не нервничать. Я спокойна. Успокойся, говорю. Да спокойна я. Свет, ты можешь не трындеть? Пар. Очнулся, козья морда. А-а-а. Где мой сейф, а? Ты чего с нашей квартиры сделал? Это... Вообще, это моя квартира. Чего? Моя. Сереж, успокойся. Я спокоен.
Ты кто? Я здесь живу. А дед где? Гражданочка, это ваш? Наверное. Пойдемте. Куда? Это что, пранк? Говорит как-то странно. Вперед, вперед. Да руки уберите, я сейчас полицию вызову. Полицию? Ты в какой стране живешь? По портсигару звонит. И буквы на коробке какие-то иностранные. Это что? Это игрушка. В отделении разберутся. Пошли. Ребята, ребята, подождите. Ну вы что, моноколесо никогда не видели? А, смотрите, достаешь, ставишь, включаешь и едешь! Стой! Стой, коробка! Втираете. Сейф мой где? Я вам в сотый раз объясняю, мы не трогали ваше имущество. Ну, позвольте все-таки объясниться. Мы здесь живем. Год рождения 63-й. Ты кого развести хочешь, чудила? А нельзя ли без оскорблений? Это почему это? Потому что технически он вам в отцы годится. Деда, мы в будущем или где? И да, и нет. Заткнулись оба! Свет, посмотри, прописку нашу нарисовали в паспорте. Ну, не верите мне. В окно посмотрите. Значит так, мы оба. Вернули все, как было! Чтоб вот этого всего не было! А вот это все, чтоб было вот здесь, понятно? Сережа, посмотри. Света, не сейчас! Посмотри! Я говорю, не сейчас! Сереж, я бы посмотрел. Чего там у тебя? Да ладно. А как вы это сделали? Вот. Наконец-то намечается хоть какой-то конструктивный диалог. Вот. Вы уж простите, мы гостей не ждали. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Бывает. А хотите суши закажем? Что? Ну, японское блюдо, суши. Рис с рыбой. Японский плов. И в ходе эксперимента я случайно добился как бы наслоения двух времен. И в нашей квартире... В нашей? И в вашей, конечно. Образовалась, ну давайте назовем ее так, транзитная зона между настоящим и будущим. Внимание, по линии разлома неправильной конфигурации. Таким образом, половина каждой квартиры, она как бы отсутствует. Понимаете? Понимаю. Моя половина с сейфом. Где? Вот вы меня не слушали. Она там. Она в параллельной реальности. Она в альтернативном пространстве. Иными словами, где? Где? Нигде. То есть мой сейф нигде. Сережа, ну что тебе дался этот сейф? Что там такого было? Да, Светуль, все в порядке. Бумажки всякие по мелочи там. Но нигде. Я прошу прощения. Нигде это тоже где-то.
слушай внимательно, профессор. Ты даже не представляешь, сколько там было бабла и важных документов. Нас все грохнут. Нас всех просто тупо грохнут. Понимаешь? Не понимаешь, нет? Заводи свою таратайку. Отправляйся назад в свой гребаный совок. А зачем вы так про мое время? Времена не выбирают. В них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Может. По 50. Чини. Обалдеть. Фантастика. Ты кто? Где я? А, я Жорик. Дискотеки, светомузыка, пластинки. За меня все знают. Держи. Я больше спрайт люблю. Ты что, и спрайт пробовала? Обалдеть. Слушай, а что это у тебя за штука? Другу подарок. Не трогай, пожалуйста. Ого. И где такой подарок найти? Ну, в нете поищи. В нете? Ага. От Югославии. Так, Жорик, спасибо, но мне пора. Вот подожди. Слушай, ты можешь мне таких штук 5 достать, а я тебе покупателей найду. Все, пока. Дверь открыл. Я вообще-то тебя спас. С дефицитом тебя угощаю. Ну, не хочешь как-нибудь меня отблагодарить? Ты что, сбрендила? Здравия желаю. Сережа. Внимание, товарищи! Возьмите, угостите дедушку. Послушайте, пожалуйста, это очень важно. Мы приступаем к обратному эксперименту. Ничто не должно оставаться в чужом времени. Паша, минутная готовность. А давайте сфотографируемся. А давайте вы свалите уже, а? Сереж, ну правда, такой момент. Сейчас вылетит птичка. Ну что же, мы больше никогда не увидимся. Это отличные новости. Было очень приятно познакомиться. Очень. Паша, на исходные? С Богом. Видите ли, я агностик. Ну что, Паш, на этот раз все получится? Прощайте! Люди будущего! Да валите вы уже быстрее! Света, не сейчас. Мужчина, вы кто? Как же я по вам соскучился! Это вообще кто? А? Паша! Я! Это ты! В смысле? Вот!